много дома? Да. Два, я одного выпустил. Два, это брат с сестрой из одного гнезда, однодневки. И он над ней командует, а она отбивается. Прям семья настоящая. Да. Ну, они, главное, вот этого третьего, получается, они его клюют, что ли? Да, я принес его, потому что он там поранился, непонятно как, кровь на крыльях была. Я решил его от холода спасти хотя бы день. А они вдвоем его так начали бить, а у меня двухэтажная коробка. Я их тогда на нижний этаж, а его на верхний. А когда их прогуливать, я его вытаскиваю где-нибудь за пазухой, прячу. А кошки у меня спрятаны, специальная кошачья такая, клетка. Вот тоже занятие. Они очень ревнивые голуби. Вот он, если она над гнездо сядет, крыльями бьет, долбит тебя. А если в гнезде ничего нету, она вылетела и все. Вот так мы должны хранить свое богатство. Никого нету, все, отхожу. Надо на уму сказать, непонятно, какая картина у него появилась. Что-то там листья. Спрятался совсем. Это нарушение правил. Нам приятно на него смотреть, а сейчас ничего нету там. У меня видно, Игнат Тихонович, лицо. Не знаю, у меня какие-то там листья целые. Ну, как будто букет листьев со всех сторон, и он там где-то сидит далеко, не видать. А раньше была хорошая у него картинка. Да-да. Отец, я приветствую тебя. Добрый день, батюшка. Да. Ну, это у нас такой осенний пейзаж, и на этом фоне мы сделали фото. Нет, это ничего, там нету фона никакого. Вот рядом с вами сейчас сидит здесь Николай Георгиевич, как видно. Ну, вот, допустим, это здесь так, Ростислав. Да все тут. А вот смотрите, как Антоний Ермолин. Видишь, как... Хорошо, я постараюсь сделать другое. Конечно, чтобы главная голова. Вот смотрите, Константин тут, это Савченко. Как голова у него нормально все. Отец, вот у меня, может, такое предложение. Сейчас приближается Великий пост. И вот здесь фарисеи, мытар, значит, здесь вот у тебя такие поучения о молитве, чтобы вот такой вопрос, чтобы раскрыть их. Вот дорогой, там... 5 числа февраля я проповедь говорил на это. Чего ж ты не смотришь? В нас одновременно и мытарь, и фарисей. Потому что дальше эта картина непонятна. Пойдет он на прежний путь или нет? Вот тут все сконцентрировалось. Посмотри проповедь. Уже выставили ее. Я как раз говорил об этом. Ага. Тема уже открыта. Ну, о блудном сыне тогда. Ну, о блудном сыне, да. Как это говорят священники, это наш престольный праздник, потому что мы все, говорит, блудные. Ну все, никого нет, тогда до свидания. С Богом.